Лекарства сейчас особенно необходимы тем, кто болеет коронавирусом. Но хватает ли препаратов в Иркутской области, выяснили активисты. Общественники посетили 86 аптек в разных районах региона, и оказалось, что в некоторых муниципалитетах существует нехватка сразу нескольких противовирусных препаратов. Эта тема уже не раз поднималась на региональном уровне, поэтому в ближайшее время наша область получит 87 миллионов рублей из федерального центра на приобретение бесплатных лекарств для людей, больных коронавирусом. А их с каждым днем становится все больше. Последние сутки неутешительный диагноз услышали 372 жителя региона. Не справились с болезнью 32 наших земляка. Продолжаются в регионе масштабные рейды по проверке соблюдения масочного режима. Очередная ревизия прошла накануне в магазинах Иркутска. На местах выявили 9 правонарушителей. Всего с начала лета их зафиксировано 285. Почему не надели маску? Сразу почему не надели? Как вы считаете, правильно ли то, что люди не носят маску? Ну, в разгар, наверное, пандемии, скорее всего, нет. Опасности, я бы так сказал. Заразить других людей, правильно? И заразиться, и других заразить. И домашних, и всех.